мемориальный комплекс в деревне Сычково в честь воинов Первого Белорусского фронта и партизан, погибших при освобождении Бобруйского района в июне 1944-го, возведен 4 ноября 1967-го. В основу курганной насыпи заложены капсулы с землей из 70 братских могил, расположенных в Бобруйском районе. У подножия установлена 4-метровая скульптурная композиция на 18-метровом постаменте и 6 стел в честь героев Советского Союза, наших земляков. В начале нулевых были добавлены новые памятники – ворота славы и 13 памятных досок в честь героев СССР.